Локальные конфликты и специальные операции происходят и в наше время. И приближающийся праздник защитников Отечества в наши дни имеет особое звучание. К нему приурочена выставка, которая так и называется «Защитники Отечества сквозь поколения». Она начала работу в Твери в историческом мультимедийном парке «Россия. Моя история». Это совместный проект Тверского краеведческого музея и Нарфоминского историко-краеведческого музея, а также общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковая движения России». На выставке представлены экспонаты, привезенные из зоны проведения специальной военной операции, образцы вооружения, экипировки и обмундирования, используемые во время боевых действий. Мультимедийная часть включает в себя экспозицию «От великих потрясений к великой победе», которая рассказывает об истории нашей страны от Первой мировой войны до окончания Второй мировой войны. Еще одна интерактивная часть проекта посвящена истории современной России и предлагает вниманию посетителей серию картин «Хроники СВО». Это выставка, которая объединяет всех защитников Отечества, всех тех, кто стоит на страже нашего спокойного сна. Мы дополнили ее выставкой мультимедийной «Пейзажи СВО». Можно погрузиться в атмосферу. На полотнах представлены картины в стиле наших великих русских пейзажистов. То есть это те минуты затишья между боевых действий, когда наши военнослужащие могут спокойно вздохнуть. Выставка «Защитники Отечества сквозь поколения» продлится до 29 февраля.